Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть FFA сериал в Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Грузию против семерых соперников. Если же вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра и напоминаю, что в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры и оскорбления участников. О, араба, военная мощь 174. Это два мамолюка. Алексей, ты должен выстрелить. У меня большие сомнения. Я ощущаю, как я падаю прямо. Ну, подстели матрасик. Ну как, у него 174 военная мощь. Как ты можешь париться? Да потому что эти мамлюки, они оп какой-то, это читерный юнит. Угу. Они лечатся, понимаешь, он одним своим мамлюком мне тут столько выносит. Особенно, по-моему, нас их обманули. Дешевые стены вообще бесполезные. Слухи все вот. Может мне... Блин, я к тебе шел, Алексей, шел и нарвался на лагерь варваров, и меня побили. Все, я тебя встретил, блин, сходил к тебе рыцарем, пришлось потратить ход рыцаря. Наконец-то. Давайте сейчас там дать дружбу, сразу дружбу. Может, я наконец-то увижу, если будет рядом охраниться, персик. Я, по-моему, ни одного рыцаря не потерял. Песнопения грузинские. Двенадцать бегащим говорить. Че, никто ни одну не захватывал еще? Нет. Алексей, там тебе послал дружбу. Странно, не могу открыть. Давай я тебе... А я тебе не могу послать. Сейчас посмотришь. Отмени, пошли заново. Араб, ты мне денег посылаешь? Да. Бразильцы. Они тебе не нужны. Может, Виктора пересадить? За сколько ходов, по идее, этот может уйти? Минус 5. Да не, нормально. Если я... А, я ж могу этого назначить, блин, как я забыл. Давай, мы слежим ходом. Схету назначу. Не знаю, почему-то не открывается. Я вижу предложение, но...
А в самих этих, а в дипломатии нету. О, давай, Россия, неси свою и удари поскорее. Кто это? Твой сосед. Да, хорошая вера, да? Согласен. Почему не укрепленный? Да, я тебе говорю, что я строю ниты на за веру. Взял пантеон, у меня не пантеон, а я строю этих рабочих и поселов за веру, поэтому никогда не могу догадаться. Я понял. Золотой век. Да, золотой век. Don't judge someone until you... Я все равно не вижу македонца. Странно, Алексей, я тебе не могу писать дружбу. Это пак. Пер, сколько у тебя смертных, если не секрет? Очень много. Я так думал, все тайлы до халки дикими заняты, да? Ну, практически. Так, разведывательное направление, но сейчас вот торговцы, чтобы из Мцхета отправить. Не сомневаюсь. Я не понимаю, а просто заключи мир и успокоимся, потому что там, видишь, Грузия а тебя может... А пусть будет война, мне как бы все равно. Как? Что? Подожди, что как война? Грузия может? Подожди. Я могу только на тебя, перс, напасть, просто потому что к тебе проход есть в одну клетку. А как я могу Македонии что-то сделать? Не, ну ты можешь приплыть, тебе не очень далеко. У меня один город на воде и все. Тоже одним. Просто армии приплыть. Ну нормально, я должен успеть сделать. Ну это такой Каир себе, для того, как... Что... Ну ты выстрелил, да, смотри? У араба мощь 56, а у тебя, господи, 778, ты можешь его убить просто. Ну на тоненького пока, тут непонятно. То есть я, конечно, отбился, но... Араб, мирись с Халецким и живи дружно, я тебе советую. А то сейчас ты потеряешь... И я потеряю хорошие караваны. Потеряешь последнего мамлюка? Я потеряю караваны на науку. Ну, будешь к Алексею отправлять. А вот почему, кстати, у мамлюка жизнь не до конца восполняется? Вроде же... Потому что в осаде город. Я уже начинаюсь бояться, Алексей. Нет, она восполняется, но она не до конца останавливается на 96-98. То есть, ну, как будто бы он раненый для того, чтобы у него был штраф в следующий раз. То есть, вот, видишь, он сидит, он сейчас раз и поднимется до конца. Но не до полного. Зеленая шкала будет видна. Ой, блин, я хотел на твоего мамлюка нажать, и вместо этого город проатаковал. Специально меня со своими мамлюками. Ну, так не получилось, давай так. Давай мириться. Мир, дружба, Алексей, хватит уже. Нет. Кровь проливать. Все, тут все. Вопрос, если мир, война идет пассивно, никто никого не убивает, усталость от войны все равно будет копиться? Нет. Наоборот, только будет потери. Уменьшаться, по идее. Должна уменьшаться. У меня меры вообще нет, просто я думаю, у Кира будет или нет, если мы не будем воевать, так опаситься. Даже если он не тянет. У меня везде очень хорошее настроение в городах, поэтому. Да понятно, сейчас-то еще рано. От усталости страдает. Вот, в поздних эрах, чисто теоретически, вот так. Ну да, наверное, если без потерь, то ничего бы. Ого, Америка, это заява.
По поводу? На религиозную победу. Просто от иудаизма. Как можно от иудаизма отказаться? Слушай, араб, ты пока я тебе дал возможность забрать овец. Когда ты эту клетку уже 77 ходов выкупал, меня Горд его просто сам отъел. Ты уже не извини. Некогда мне было ее выкупать. Ну, занят и... был на Горд... западном фронте. Я не выкупал, его Горд сам отъел. Ну, не знаю. Как-нибудь встретимся. Это не очень хороший намек. Бразилец, ты принимаешь приглашение или как? Грек, прими предложение. Грек? Македонец может. Ну, македонец, да. Не замечаю. Спасибо. Бразилец, я вижу здесь, ты возле, прямо возле меня, на острове. Македонец, можно туда не плыть, там тебя варвары... грубо с тобой обойдутся. Как они это сделали со мной? Я лишь. Зато открыл Эйев, я, наверное, откуда. Да, слушайте, какой-то баг у нас просто висит с русским его предложение, каждый ход оно не убирается, и мы не можем дружбу заключить. Да, это надо делать потом. Перезапуск. Может, этого рабочего отдать русскому? Ой, не рабочего, а торговцу. Как бы 100 золота и 2 посла. Так себе. Вообще где-нибудь университеты построены. Здесь нет еще, тут строится, здесь нет. Здесь надо будет... То есть еще пока нету смысла Хатуса 6 отправлять. Ну и Буэнос-Айрес надо будет захватить. Он как бы в центре моей империи. Это как раз будет нормально. Вот Гранада мне точно не нужна. Такой мусорный город, он скорее больше подойдет, если его сюда послов отправлять. Ну все, в принципе, очень даже неплохо пока. Я пока монархию оставлю. Конечно, хорошие места захватил. Читер. Один жилет плюс 50 очков влияния. Мы позволили я и Китай это сделать, поэтому читер. Но я же с вами обоими воевал. Я и говорю, мы позволили оба наши. Да, но Китай ослабил сначала македонец. Да, я раз уже тоже воспользовался. Помог ему чуть-чуть. Rocks in my path. I keep them all. We shall not cease from exploring. Не... Ну да, да, наверное. Потому что. Я что-то не думал, что ты настолько сильно. Недооценил.
Мир быстро сложился под ударами бомбард. Все, всем спасибо за игру. Спокойной ночи. Кого убили? Тебе спасибо за игру. Ну, столица араба захвачена. Да. Мы с тобой будем жить? Конечно. Только, ну, сейв загрузим в следующий раз, а надеюсь, этот глюк уйдет. Твоя военная мощь просто ошеломляет. Посмотри, какая мощь у перса. Перс далеко, ты близко? Более чем в полтора раза меньше. Ничего так. Ну, у него, я так понимаю, сплошные бессмертные, которые потом могут апнуться. А у меня-то рыцари, то есть уже современный юнит. Ну, который в танке апнут. Да, еще и прокачанные бессмертные. Он 4-го левела есть. Алексей, ну мы с тобой дружим, да? Да, да. Я тебе надо рассчитывать, потому что я армию не строил. И не думал, что ты так араву несешь. Блин, ну что это вот за мисклики такие? Вот это можешь как-то еще полчаса, как мы с тобой заключим в союзе как-нибудь. России просто нет. Там очень плотный союз будет. В пользу Грузии. Чеченицу я открыл. А, Алексей, мне может быть надо... и с персом, и со мной одновременно в союзе? Ну да, почему нет? До 5 ну, союзов. Как это, разделяя власть. Ну, мы просто воюем, да. Там же как бы пакт на нападение есть, союз. Александр, а гарантирую, если ты сейчас мир не принимаешь, ты проиграешь очень быстро. Ну, я буду сопротивляться. У меня тут фермопилы стоят. Ну хорошо, Алексей, я верю тебе на слово, что мы с тобой в дружбе. Ну я бы на месте равно армию это поднастроил. Ну все, начинаю строить, но мы как бы в дружбе, правильно? Ну да, мне надо хорошо. Вон пока раба еще забрать. Что ты ему здесь потерялся? Да, Россия там вообще в копе мир. По всему. Всегда, ты в тайге. Для них тайга. Ну, с новым чудом. С собором Василия Блаженного. Казаки как же. Да не я тащит, не строил армию, я был с арабом в друзьях, я не думал, что Алексей его так быстро снесет. Он вроде бы говорил, что он проигрывает. Ну, а Алексей же не может там врать, да? Вода падает. Мне только непонятно, почему араб молчал все это время. Он видел, что я на него собираюсь напасть, он ничего никому не сказал. Я сказал. Когда я говорю, что на меня персы собираются напасть. Еще раз. Наверное. Ему вроде даже помощь предлагали, но он сказал, все нормально. Нет, ему когда я предлагаю помощь, ему уже это не помогло бы. Когда он говорил, что типа все нормально, это значит, что типа, он просто не хотел ваши ресурсы брать. Там уже без вариантов было. Как благородно. Он мне голду скинулся. Ну давайте, наверное, там уже универы. Блин, в Буэнос-Айресе 5. Это я кто не. А, я послал вообще, да. Ну, придется забрать Буэнос-Айрес. Он в центре империи. Это видео создано при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Вот уж где действительно огромный мир. Одновременно может участвовать большое количество людей, и все они находятся в одном космосе, в одной галактике. Так что заходите на consolewar.ru и после регистрации используйте словосочетание «Лёша Рептилоид». Ah!
Нет, я типа, по-моему, ни одного рыцаря так и не потерял. 12, по-моему, должен быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, 12 рыцарей. Только надо экономику как-то поднять, что я сейчас в минус по деньгам уйду, это будет грустно. Дальше пойдем. Два университета. Это скоро будет ускорено, так что в военную науку или нарезные или, блин, в индустриализацию. Давайте, наверное, массовое производство откроем, потом осадную тактику и три мастерских надо. У меня, по-моему, вот одна достраивается, одна построена. Почти догнал. Еще одну надо в Телаве. Ну как? Будет построить. Но он догоняет. О, вот это крутой торговец. Этого мы возьмем. А того торговца русский все-таки реально решил взять. Грузия может спокойно засоюзить по-плотному. You can't go around arresting the thieves guild. I mean, we'd be at it all day. Это вызов миру. Может все-таки взять торговую республику? Давайте торговую республику. Уберем содержание юнитов. Бонусы от соседства. Это не работает, это еще не надо, не надо. Нет, нет. Центра коммерции вот это возьмем. Ну и промышленные зоны может уже взять тогда. Кругосветку-то никто не сделал. Ну, плюс 27. Давайте всех возьмем, назначу в Медин, в Каир. Лояльность не так сильно падала. DLC тут у всех же куплены, да? Или тут не обязательно покупать? Не обязательно, если у хоста есть, да? Ну, DLC не обязательно, аддон обязательно. Ну, аддон, понятно. Вообще по умолчанию они все включены, неважно, куплены у тебя они или нет. Просто нельзя за лидеров этих, если у тебя не куплены. А на рандоме может выпасть? Тоже. Ну, насчет, не знаю, вот если с соперниками, у которых есть, или у компов, это что-то я не скажу. Ну, у соперников-то да, у которых есть, а у компов я не знаю. У компов, наверное, как у хоста. Если есть у хоста, то может. Ну, как бы у хоста по умолчанию, ну, точнее, у всех хостов включаются все DLC. Так, что у меня за счет чего? Неважно, есть аддон или нет. Усталости от войны нет, так что надо просто так что поторговать. Может, ну, я не скажу, я не тестил особо. Бразилец, предложение. Я там, Лёша, ресурсов.
Я тут не валялся рядом. Македонец предложение. Вообще здесь ресурсы. С компами же нельзя торговать, да? Тут нельзя. Ручку пишешь. Ну тебе я и не рекомендую тебе с арабов торговать, это ненадолго. Да. Странно, здесь флюксы работают в шестерке. Через этот торговцев получал джинсовую ткань. Все врубиться не мог. Куда же эти четыре счастья пропадают? What can be labeled packaged as... Все равно бредово. Точнее, даже бредово и то, что... Плюс 0,5 золота. Что если, да, даже имеешь больше люксов, но типа они не раскидываются тоже на оставшиеся города без этих люксов. Государства другие понахали. Что это у тебя тут поселок одинокий плавает? Шумную караволку-то не боишься? Ну, рабочую. Или это первые русские жители, которые эвакуируются с основного континента, который скоро станет грузинским? Да я не буду на русского нападать. Но армию ему надо построить. Тем более у него там казаки эти. Да-да-да, мир. Грузия, Россия всегда были в мире. Да-да-да. Очень смешно, тем более, что как раз недавно. То, что персы с греками. А что гранада дает? Ваши строители могут строить Аркасара. Ну, это так себе. Так. Короля звали грузин, который выше Петра был. Да, в смысле? Я знаю только еще Давида у них. Короля. Чеченица 17 ходов. Но она тут крутая будет. Она университет достроится, поставлю чеченицу строиться. Алексей, твои рыцари меня пугают. Давай не будем подойти. Ну, я сану вообще-то захватываю. Чтобы тебе придется весь... их наблюдать там некоторое время. Вообще, конечно, фигово, что мы не можем союз заключить. Я не могу твои города увидеть, я не могу к тебе караваны отправить. Ну давай как-то сделаем. Ну, сейф сейчас уже делать, конечно, не будем. Нет, так мы уже через 18 минут сделаем сейф просто. И... завтра, надеюсь, загрузится и будет работать. Надо и сразу дружить. А что, вы типа не встретили друг друга? Нет, мы встретили, но и русский мне послал предложение дружбы. Но оно мне не открывается. О, это знакомый баг. Я вот, короче, так же послал одному человеку. Ну, в какой-то игре уже не вступил. Не помню, что это дружба. В итоге до конца игры, после того, как он даже ливнул, я не мог ему дружбу кинуть. И комп как бы даже не может принять и отклонить. Это полный бред был. Хотя я с ним до этого в союзе был. Слушайте, я же могу... Ну, в смысле, что я в союзе побыл, и нужно было заново пересоюзить. Всякие здания.
In diplomacy, there are two kinds of problems, small ones and large ones. The small ones will go away by themselves, and the large... Давайте вот это возьмем про союзника и начнем отправлять к персу. Перс, ты серьезно? Ой, перс, блин, македонец. Ну серьезно? Да, я все-таки сделал. Че там? Да он поставил город тут около меня. Война, 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 война. Алексей, это прощать нельзя. Это война. Ну что тут прощать? Он, это просто город, я не знаю, как он может удержать. Аллилуйя, я встретил македонца. И это Дион, да? Да, он сам. Уже не с одного конца, так с другого он приплыл и нашел. Это у вас тут странно. Там пролив, что ли, в один ход, точнее? Подход. Там туда дальше город. Упрешься, это залив такой дальше. Да, в него город уже хорошо поставить. Так, Рейна у нас где? У нас тут с американцем не такой красивый, по-моему. Да, тем более, он там город так поставил, чтобы я все равно проход не занял. А я город ставил до того, как еще увидел проход. Ну, понимаешь. Ну, я ничего не говорю, я просто констатирую факт. Так я сам об этом немножко жалею, что проплыва нет. Если бы я буквально на одну клетку вперед сходил, я бы ставил в проливе. Ну, кстати, хороший залив так-то сходил. Кстати, Алексей взял Каир. Почему нету события? Они, наверное, позже появляются. Ну, когда это... А ты хотел поучаствовать? Китайскую столицу брали тоже нет. Ни в коем случае. Хотел отказаться сразу. Я на божестве играл за Норвегию на архипелагах. Ну, точнее, затупил, вынесли мне столицу, я через пару ходов отбил. При этом, после того, как потерял столицу, кинули кризисный союз. Ей на халяву дали 1600. Считай, в самом начале игры. Ничего себе. Там за Норвегией также у дракаров мощь 30, если город на равнине, на побережье, у него мощь 10. Ну я забрал просто, ну вот, короче, у меня сосед Индия была, я у нее забрал два города, он меня через 10 ходов отомстил, наводнив мою территорию колясками. Он как бы два других его города бить не смог, потому что у меня там дракары в городах стояли, а в столице я затупил и вывел дракару. И в этот ход он и добил остатки хп. Ну там половина хп было. На 10 мощь упала города, и все, он взял сходу. А я ж не подумал, что кризисный союз может просто. Ну, гамбужи по умолчанию все отказываются, как я понял. Ну я и забрал себе 1600 через пару ходов. Ну, я видел, что гамбы присоединялись. Ну они ну видишь, они присоединяются, если только это их столица была. Не совсем так. Ну я честно только если когда столицу что-то захватывали и отбить надо, я видел только если он присоединяется к этой столице его молодых. Теперь нехватка времени. У меня присоединялись переходить. Когда. Вообще можно, конечно, выходить в танки с танками с ночью. Ядерной войны была. Ну то есть я скинул стер там одно. На минимального камня. Ну, я на 6 сложность, ну, играл, потому что у меня была изначально сетевая партия. Ну, после того, как противники поняли, что я там за Грецию доминирую, они все ливнули. Но под финальчиком мы на 6 сложности догнали маленько по науке и культуре. И один из моих соседов скинул на мою столицу ядерку. И все отказались, кроме меня, от кризисного союза по итогу. Так, из Тбилиси 2 бегает. Кстати, в первый раз после этого увидел, чтобы компьютер отдавал мне город бесплатно, свой город.
Он свой город, который сам ставил, не отдал по итогу. Ну, в смысле, что, чтобы заключить мир со мной. При этом, если нажать этот, приложить ему еще что-нибудь там, ну, чтобы он золото дал еще. И нажать после этого кнопку, ну, сделать более равным. Он перестает предлагать город. Интересно. Все, араба больше нет. Помянем. А, надо уже Сайрес захватывать точно. Я и забыл мой план. Кто-то волит? Сергей. Он уже закончил. А, это он. Интересно, если гавань поставить в озере, то морские юниты там будет спавниться. Да, именно так. Поэтому лучше не ставь. Проблема в том, что у тебя там может появиться великий флотоводец, и ты его не сможешь, насколько я помню. Ну там будет сложность. Какие-то. Нет, там же есть у него сейчас команда в город перевести. Или это если только он в городе он сможет? Просто в любой город можно перевести. Ну, я просто не понимаю, зачем в озере тебе гавань? Ну просто там три золота дают, а снаружи один. Нет, смотри, тут много ГГшек, именно которые дают золото. Зачем тебе гавань? Построй тогда лучше коммерческий центр, там кинь в ГГшку несколько послов, и у тебя будет гораздо больше золота. Может, генералов хочет больше. Да не знаю, тут как-то слишком много моря, чтобы строить центр коммерческий. Слишком много моря, чтобы строить гавань в озере. Потому что он хочет себе Каспийскую флотилию. Проверим еще раз города. Видишь, растет. Флотилия хотя бы по реке может спуститься. Этот пускай растет. Нифига тут. Это что, фрегаты уже? А, ну это для... Ну это не против тебя, ты что, нет. Я уже с вами в мире. Я же знаю, что вы союзник, тем более сейчас Алексей очень сильно усиливается. Я как бы не заинтересован в том, что с вами воевать. Я согласен, Лёше надо стопить там. Там слишком много армии и слишком много науки. Нет, так слишком вы много больше городов. Послушайте, он просто фрегатами против меня-то не может воевать. У него тут... Так что если... У него фрегаты точно не против меня. ГГшку захвачу. Фрегаты могут сделать кругосветное путешествие к тебе приплыть. Ну да, это хорошая тема. Не спорю. Просто проблема, что у меня всего-то один город, читай, на море. What ну, только он захватит его. Ну, он его только разницки может идти. Так, тут я хочу чеченицу строить. О, блин.
здесь, потому что тогда можно будет тут эти культурные районы поставить рядом с этим чудом, и будут давать бонусы. Так, из Мцхеты я в Тбилиси отправлю. Дальше надо еще в Тбилиси с товара бегать. Надо из Багдада и из Медины отправить. Алексей, ты какой хочешь союзник? Что я не понял, какого вида союз хочу? Да, что у тебя осталось там еще? У меня остался научный, экономический и религиозный. Давай научный. Давай. Че с ней? А, ну религиозный сейчас со мной. Пошли ГГшечки просто. Почему Гранада объявила войну Кордезасу? А, ты этот стал союзником. Ясно. Я без исходности. Стал союзником, не надо. Так, и мне ж могу. Хотя бы могу покупать за веру. Поселенец, строитель. Надо строителей купить, действительно. Производство сначала поставить. Удивительно. Минктус тут хапал. Чудеса. Все равно в попе мира всех. В смысле? Ну ты так за здравие начинал там. Чудеса строить. И это взял. На великих людей. Ну что? Говорил, там покупаешь за веру кучу рабов. Он должен был шиковать уже. Покруче Лёша, по-моему. Да, да. Сколько у тебя веры, кстати, Invictus? 50. 50 веры в ход? Да. Ну это маловато как-то. Лёша, ну... Это неправда. Мало. Америка старается. Он принял вызов. Ну что, сейчас будем делать последний ход. И сейф. Как раз, слышите, как раз в следующую эпоху выйдем. Начинаем дать рождение. О, а что это за ачивка? Понятно. А, всех этих нанял. Да, такого у меня еще не было. Еще ни разу не нанимал всех. Самое смешное, у меня фотоводец появился как раз на той гавани. Которого я изначально хотел в озере плюхнуть. Редкие тундры, потому что хочу здесь Кремль построить в будущем. Хорош тут замес у нас. А может мы еще один ход успеем сделать?
Состояние на реке Угре. А что, там что-то важное у вас? Ну, принять, посмотреть. Темный ну, мех. Я не против, в принципе. 4 утра и так у меня. Я могу еще потратить часик, не проблем. Нет, часик точно нет, но один ход можно. Ну, полчаса. Еще на работе, на работу завтра 10. О, печально. Вот где лагерь. Да ничего, нормально. Так. У нас где-нибудь строится лагерь. Да, блин, ну, жалко, конечно, нападать на... На Буэнос-Айрес, снимали. Ну, чё-то, Лёша, там вообще в отрыв пошёл. Так я ж города араба взял, с его районами. Я не отрицаю, но всё равно в отрыв пошёл. Не, ну, чтоб ты понимал, откуда это берётся. То есть... Ну, я играл... Играл этого, это, в бесконечную войну. Либо знаешь. Главное, чтоб соперники не сильно зубами были. Тогда там все прекрасные идти. Это будет на с Македонией. Все так потихонечку к России присоединяется лидеры в обратную сторону. Бомбарды так быстро все снял. Так, значит, еще один ход делаем, да, а следующим уже сохраняемся. Starts a war, or you must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. Не буду ничего брать. Ну, золотой век у Персии, России и Бразилии. Темные века у Македонии. Так, что возьмем? Все строители покупают, можно. Каждый построенный специальный район прибавляет одно очко к счету эпохи. Каждый город. Это вот эта специальность Грузии, кто не понимает, что оно значит. Вот, видите, вот так бы была бы вот до этого момента у всех остальных наций. Но так как я Грузия, то я вот этот бонус получаю за... Это нормальная эпохи, то есть плюс одно очко. То есть поэтому Грузия может в золотых веках очень долго быть. Что реформа денежного обращения. Возьмем.
раз падает следующим ходом. Бегает. Так, из Рустами бегает? Да, бегает в Тбилиси. Ну, откуда отправим? Из Хомса, наверное. Дорого, я понимаю, но это надо. Предложение тебе отправил. Я думаю, персу надо с Лёшей объединяться. Ой, персу. Кендонс. У нас так с ним союз культурный. ГВшку вот это вниз. Видимо, минус вернулся. Да вроде жив. Он еще жив, но кто-то его выносит. Ну, может быть, еще у Лешки. Леша ГГш какая-нибудь есть. Перс, ну ты мне халкидики, конечно, не вернешь миром, да? Даже если мы Мирса заключим. Конечно же, нет. Ну, какое там было предложение у тебя? Ты на меня не нападаешь? Я на тебя могу нападать, если ты будешь лидировать, да? Ну, я на тебя не нападаю, Виктор, смотри, я поменял на экономический союз. Переход у нас без таймера. Угу. А еще баг не показывается, кто еще не закончил, точнее. Ну, это, видимо, баг на времени тоже. Ну, если навести. Точнее, нет, не навести, а вот над самим лобусом написано, кого ждем. Ну, если отжать, то отжимаешь только ты, по-моему. Ну, по крайней мере, я только с тебя не знаю. Ну, по карванам я могу сказать, что Америка точно закончила. Да, действительно. Я же, в принципе, могу... Петра интересно построена. Петра кто-то построил. А кто Петру построил? Я.
Херс, я отправил тебе предложение на условиях. Ты считаешь его за Петры? Русский, что ли? Да, она мне стоила 5 ходов, думаю, что ее построить. Взял, построил. Все американцы мне задали за шмотку. Я хотел, но сильно не успел. Русский не против, если я тебя попрошу право прохода? Кто это такой? Я македонец, тебе никак не угрожаю. Да, русскому тут мало кто угрожает. А зачем тебе право прохода? Смотреть на мир. Потом будешь мои вигешки перекупать. У меня нет послов, я варвар. Не умею говорить на иностранном языке, поэтому нет. Зато да. Вообще-то целью Лёши забрать ГГшку. Мы варваров не любим. Мы культурный народ. Верующий. Так что варваров не приветствуем. Да ладно. Мы культуру привнесем новую. Ну что, перс, ты будешь в мире звучать? Да, давай. Я тебе правила вроде получил. Долго, может, шифт отразил? Нет, это я хожу, у меня тут дофига юнитов. Интересно, куда же они направятся? Ну, вряд ли в сторону России. Отправиться в стойло стоять. О, минус Вильнюс. Интересно, с какой целью? Ну, видимо, чтобы культуру не давать. Почему-то я у него был сузереном с тремя топостами. Надо вообще гавань открыть. И построить. Этот ход вообще думает заканчиваться? Да, я заканчиваю. Я прошу прощения, мне надо отойти сейчас. Вы можете там походить и паузу нажать в конце следующего хода? Просто русского намного круче, по-моему. Ну, у русского, видишь, там важная потребность в том, что тебе самому нужно веру добывать, чтобы использовать ее. Если у тебя есть вера, то да. Ну, можешь нести свою, все равно русский там, видимо, не сильно и собирается ко мне с ней приходить. Я учту это. Он там все равно, пока этот раскочегарится, поставит кампус, построит там свои, так сказать, библиотеки универа. На самом деле, вот иезуитское образование, оно просто, ну, даже если ты имеешь много холисайтов с ним, ну, религию очень есть куда девать, а он, помимо прочего, еще и юниты покупал. Там, можно сказать, ее не хватает даже. Чтобы, ну, все Astronomy compels the soul to whatever is contrary to nature is contrary to reason. And whatsoever is contrary to reason. Просто у меня уже толком места нету, видишь. Еще будет священные места тут тыкать. Ага.
Да нет, ну я про это и говорю, что как бы моя лига вообще ничего не требует. Тут ты прав. Военный ГК дает производство только на сухопутных юнитов или на морских? На морских гавань дает. Нет, не, подожди, просто производство? Там... Вот ГГ военный, он дает бонус производства. А, он просто дает бонус производства хоть на что. Да, нет. Для всех юнитов, по-моему. Даже для всех зданий получается. А, нет, при создании юнита, да. Все, понятно. Блин, разделить, может, не надо? Я думаю, надо. А то вы все юзаете в центре коммерции. Ну да, а ты-то в гавани пошел. Ну, ладно. Тем более, ты я еще перекупил у меня по итогу. Ну, мне просто больше-то некуда отправлять. Я вот кроме них и Окленда и Вильнюса больше ничего не нашел. Но Вильнюс захватили, а от Окленда мне вообще никакого толка. Капино научный. Тут по ленке стоит один ненужный, вдалеке от всех. Слушайте, блин. В том-то и дело, что его надо как-то найти. Ну, если поплаваешь, то своими скаутами слишком... Честно говоря, даже не знаю, в какую сторону выплыть. Влево, вправо, вниз, вверх. Ну, если знаю, где русский, то это вон. Нет, я не знаю, где русский. Да, это действительно очень забавно. Америку еще толком не открыли. Тогда уж Нену. Блин, у нас еще так стрёмный континент называется, Нену. Вполне нормально. Грузия в Казахстане находится. Россия. Россия в Америке. Да ну блин, в Казахстане, а вот. Хорошее название. Мне нравится. Я родился в степях Казахстана. Чё Казахстан это новодел 20 века? Раньше вместо Казахстана Киргизия была. Еще при начале Союза тоже Киргизия называлась. А при монголах Монголия? Ну, там золотая, да. Видишь, там же по племенам же название по итогу. Киргизы, видимо, самые крупные были. Казахстан, кстати, тоже изначально Казахстаном был, да? Через как. Македонец, предложение.
Смысла сейчас нападать на русского, он уже довольно силен, чтобы отбиться, в отличие от араба. Я дождусь, он, во-первых, корпусов и армий, во-вторых, танков. То есть армии и танков, я думаю, русского снесут. Ну, для этого пока можно и в союзе побыть. 17 ходов. Я даже не уверен, что успею я за 17 ходов подготовиться. То есть мне надо вот сначала рыцарей в корпуса армии. То есть мне надо еще рыцарей поднастроить. На самом деле. Где уже не надевать культурных? Надо про науку поговорим. Not all who wander are lost.
There is little man has made that approaches anything in nature. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.